Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня, как всегда, с вами Галина. Сегодня на ужин я хочу приготовить котлетки такие в духовочке, в формочке. Запеку их. Значит, что у меня здесь? У меня здесь, наверное, полкилограмма смешанного фарша. Здесь у меня, значит, этот кабачок. Я его почистила и размельчила в измельчителе. Что у меня здесь еще? И три яйца сюда разбила. Так, добавляю я соли. Так, соль. Значит, приправа для мясного фарша. Так вот, маленько. А то чесночок сухой. Что-то я луку не стала туда добавлять. У нас нынче будет фарш без лука. Потому что там есть вон, приправы. Так, и паприку копчененькую такую молотую. Так, у меня духовка там включена. Ну что, теперь будем перемешивать это все. Нужно, конечно, ручками. Вообще-то, знаете что, ручками как-то лучше. Надежней. Так, это я поставлю. И пошли мешать. Пусть они будут жидковатые. Получается, жидкие они будут. Фарш с этим, с кабачком. Можно было пару яиц сюда разбить. Можно было сюда еще что добавить. Да все, что угодно можно добавить. Можно было хлебушка добавить. Но я не стала этого делать. Они все равно потом схватятся. Пусть пожиже. Но зато яиц будет. Ну вот такое тесто у нас получается. О, жидковатое. Нормально. В общем, фарш у меня какой был, такой я и замутила, говорится. Ну вот, в общем, вот так будем брать. Они у нас, правда, не получаются так сильно, но как-то так мы побольше сделаем. Они все равно у нас как бы ужарятся. Распределим, чтобы вот это вот все у нас, нашу формочку поместилось. Ничем я не обваливаю, ни в муке, ни в сухарях. Не хочу. Не хочуха. Чтобы нам это все сюда, ведь фаршик наш поместился. Опа! Так, еще три. Плитки, ну как всегда у Гали места не хватит. Это как всегда. Так. Пом-пом-пом-пом-пом-пом. Опа. Так. Оп. Нормально. Нормально. Так, сюда. Давай, 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 запрыгивай, запрыгивай форму, чтобы ты у нас не потерял. Так, ну, маленько осталось еще мы. А вот туда посерединку, где место есть, маленько мы сейчас. Во. Вот такой вот будет. Ой, и все. Ну, как-то так. Наляпали опять ляпушек. Ну что, сейчас я помою. И в духовочку. И все. Так. 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 А потом со свежими огурчиками. Никакого соуса, ничего не будет. Должно здесь вот соус быть. Он вытопится, выжарится. Так. О. Да, у меня. Вот, да. Так, ставлю я пока на низ. Оба. Вот так. Прибавляю температуру. Так, до 170 градусов. Потом я наверх. Ну и все, и до готовности. Будут свежие огурчики вместо гарнира. Все.
Ну, теперь ковный полуз. Тарам-парам-пам. Пин-пу. Рекламная пауза. Всем вкусняшек-вкусняшек и отличного, как говорится, настроения. Пока у мамы готовится наивкуснейшая вкусняшка. Сына занимается. А, да, нарезать лен. Кабачок. Так. Как раз птичка пойдет. Так, сюда. Трам-парам-пам. Бам! И дымочек. Ладно, рекламная пауза закончена. Кабачок мы с вами порезали. Ролик продолжается. Все, блюдо наше готово. И духовочки вытащили мы это все. Сейчас какое. О, какие они у нас получились. Да. Красота. Красиво, мам. Опа. О. Видите, как хорошо. Прямо вот... Я думала, будет соус, но нету соуса. Ты ну, будешь можно кушать? Нет. Я не давай хочу. Я сижу так. На. На, чайночка кушай, остынет. Ой. Отец тоже. Ой. Кушать отцу. А пробуйте. Давайте. Темноту. Зато ладно. На. Ага. Так. Приятного аппетита. Так. Спасибо. Там. Чё? Вот там на майонез. Пожалуйста, хлеб возьми. Нет, хлеб я не буду. Ты побежишь в магазин. Так, отведаем блюдо. Да? Данное блюдо. А я это самое, сейчас приду, да поставлю там мне эти трубочки остались. И угу. Свару. Так, что нам надо? Маленький майонезика, водички, о, совсем о, чуть-чуть. Мне... Я без хлеба. Не хочу я со с хлебом. Возьми, порезала огурчик один и помидорку. Это, не залила. Стала залить, ничего, если надо. Это. Так, а сыночка пока за это время занимался важными, при очень важными делами. Угу. Ну, надо молодец. Что-то с кабачками делать или заняться кабачками. Или нам их пишут, пишут в комментариях, что их чистят, нарезают и замораживают. Им ничего не хочется. Знаете, мы замораживали кабачки, но мы их это, или перекручивали. Короче, в общем, мы их чистили, перекручивали кубиками и замораживали или их. Вот это да, было дело. По-моему, на мясорубке мы перекручивали. Помнишь, вот такой вот кабачок у нас был? Вот такой был здоровый. Да, ну много там. Ну да, мы вообще-то я готовлю кабачки и то, и другое, и фаршированные, и в духовке с мятком, с картошкой, с морковью. Кстати, что за смешанный здесь фарш? Здесь смешанный фарш и добавлен кабачок. Здесь кабачок же, здесь да, же кабачок, кабачок, что я и думаю. И мне там же еще осталось, ты мне вытаскивала, я же говорю, что я же стоял, снимал, но я что-то не... Измельчила кабачок. Не заметила. Яйца, соль, приправа, чеснок, сухой, все. Здесь же половина кабачков, а я не нет, чувствую кабачок. Нет, не половина, тут где-то одна треть всего лишь. А там немного. Да. Я несколько блюд, да, дело. Но у нас дело в том, что у нас, я говорю, что мы не едим это все. Сейчас несколько сейчас синиц. Я ничего и не делаю. И не едим, и мало едим. Но сейчас кабачок это приготовлю. Я его сварю, чтобы, знаете, поить на раз. В принципе, там будет немножко туда, ну, как обычно, морковки, туда все это лук, это все делаем. Угу. Он будет тушиться на растительном масле. Но сначала капельку водички, потому что он все равно потом крутить будет. Вот это да, но помидорку масло. Ешь я не только люблю, без но... соли. Не обязательно у тебя майонез там с солью. Ну, я вот делаю эту чесночок туда, ну, как обычно я делаю.
И чтобы покушать. Ну, что-то наподобие икры будет кабачковой. Только, как я говорю, делает то обжаренных кабачков, делает, обжаривает их, потом перекручивает и готовит. Кто сырых кабачков, то как, короче. Ну, их надо, в принципе, так это проваривать хорошо, потому что, чтобы не крутили они. Ага. Кабакины. И с чесноком жарила, и что-то я еще делала. Запекала. Короче, делала я. Угу. А что сегодня? Мороз этот стоит, ничего сильно не подел. Сейчас многие сидят дома. Ну, сейчас пока не темно, но бегаю. Сегодня у нас уже получается, как уже темняется, тогда иди, одевайся. И то будет темно там идти по улице. Так я вот сюда влаю. Я знаю. Ну а что тут идти-то, 100 метров? Сейчас оденусь. Уже темно на улице. Ну, так, приберешь со стола, я пошла пока гоняю. А то мне надо так купить, да. Ты хочешь хлеба взять? Да, хлеба. Что-то еще хотела пописывать. То я приду. А, яйца еще, у меня там яйца. Вот там идут. А то я приду, я всегда хожу, что мне надо... со шпаргалочкой. Списочек. Тут. А то я прихожу в магазин, стала тупо и смотрю, что мне надо, и вот думаю. Так, это надо, сметаны-то купил, молока пока не надо, хлеба, яиц. Ну, кислоту, наверное, так и не привезли они мне. Лимонная кислота кончилась, обещали привезти. Лимонная кислота? По-моему, все пересмотрела, да? Нет? Кого? Ты там все пересмотрела, лимонной кислоты точно нет? Да, я последний раз вот там чистила, вот там последнюю я ее всю. Это кружку почистила. Не знаю, с чем очищать это. Угу. Вкусненько. Вкусненько. Можно сделать еще. Ну знаешь, можно это один кабачок. Можно его почистить. Кстати, я кабачка совсем не ощущаю, хотя там много, я вчера там, показывал. Там немного видео. Его кабачка. И он, это, если в блендере его измельчить или измельчить его. Знаешь, а фарш и в замороску нежный. Еще по пакетикам положить. Ну, котлета сама по себе нежная. Ну, я бы не сказала, что, ну, фарш-то фарш. Нормально. Нормально. Можно потом, конечно, и в духовке делать. Слоями так, как мясо по-французски, а мы будем с кабачком делать. Фарш тоже любой, не мясо такое, а можно фаршем делать. Ну, картошку у нас, картошку, если это, ее надо отваривать, а потом уже нарезать. И она у нас не разварится, можно спокойно посмотреть, потому что такая картошка, что можно так сделать, растворить ее. Понятно. Сейчас покушать, как там. Тут полный животик. Я пока это огурчик поела. Что-то я еще поела. Не хочу. Вечером как раз еще. Еще не вечер. Как еще? Уже вечер. Я пока эти измельчила. Два яблочка. Это надо и так мелко порезала. И все равно это. Что же еще там не надо купить? Что-то еще хотела. А может я фонарик маленький возьму? Бери фонарик маленький. Ну вот этот, блин. Ну ладно, короче, берешь со стола, пошла. Там сверху бери этот на это, который на голову одевается, там кнопочки. Нажимай просто и все, загорит. Ну зачем? Здравствуй, радуйся. Я чуть-чуть. На лобне. Ну в руках просто. Первопроходчик что ли? На голове фонарь светит. Как в шахту спускаешься, как шахтер. У них же там каски. На касках фонарик. Ну ешь, короче, еще ешь, и нам. Я все ел, я уже поел. Не-не-не, хватит. Игорь, вечером будешь жить? Не буду уже вечером, это меня разопрет нафиг. Успокойся. Все. Не будем опять одно и то же. Одно и то же собирать.
Ты эту не повешал, эту маленькую? Маленькую надо ей позаниматься. У меня были дела поважнее. Я там, который мягкий кабачок, который портится, маленький. Я птичкам вон там покрышил его. Кстати, во времянке маленькие кабачки есть. Кстати, я как ушел, синицы приютили. Возле кабачка оттирают. Это там во временке, посмотри, короче, которые... Они уже замерзли. Они нестандартные такие, вот все, мелкие. Знаешь, такие неважные. Не то, что неважненькие, но такие-то. Я их туда унесла. Я думала, что будем собаки варить, а мы собаки меньше не варим. Поэтому так бы мелко крошили, ушло бы это все. Ну хоть давай птичкам, что ли, хоть замерзшие, да, все равно давайте они будут. Разбивать? Не, они клюют хорошо, они да. Замерзшие. А что они будут, это зря? Там современки каждый день им ложат тебе, вот, давайте. Занятия. Ну а что делать? Да. Ты еще одну съешь? Нет. Ну что тише? Нет, у меня полный живот. Тише, да ну. Нет, мам. Так тише. У меня полный животик. Да у меня, ну. Знаешь, у меня полный животик, мне. Да ну, какой животик? Не надо. Поднимется там холестерин, холестериновые бляшки побегут по венам. Короче, так. Давай, убирайся. Стола, вот все. Бегут вот у тебя там по венам. Я там и холестериновые бляшки. Голодные там побежат. Голодный оморок побежит. Нет. Буду тебя рис просить. И вот это. Ладушки, блюдо получилось замечательно. Мы красотуля сходили в магазин. Убирайте со стола, я же был пожрал, ничего не убрал. Всем вкусняшек, отличного настроения. Итак, покупочки к осмотру. Убери это. Сейчас. Сейчас, Галина Павловна, сейчас. Слушайся, повинуюсь. Ну а чего они стоят? Ну сейчас. Ой! Так. Куда? У меня праздник живота. Сегодня праздник живота. Да. На завтра сынульки красотули вот такая косичка. Вот захотела, вот захотела. Мороженка. 3 рубля. 33 рубля, 100 рублей 3 мороженки. Яйца куриные обыкновенные. Ага. Второй сорт. Дела маленькие, это. Короче, я не знаю, такое ощущение, что там вообще налитый майонез. Маленький майонез с усатым дядькой в колпаке. Я говорю, маленький майонез с усатым дядькой в колпаке. Да. Семечкой по 38, кстати, хлебушек. И здесь вот семечки. Дела еще. Я говорю, короче, 200 рублей потратила. Вкусняшку, смотрите, 19 рублев, вот такая вкусная вкусняшка. 19 рублей вот за это и за мороженое. Это глазированный сырок. 19 рублей стоит. Да. Все, всем вкусняшек.